Ну, игра получилась достаточно боевой. Команда «Воронеж» оказала хорошее такое сопротивление. Я думаю, зрителям игра понравилась по накалу. Ну, мы где-то, может быть, чуть-чуть по голевым моментам были впереди соперника. А так, в целом, хорошая боевая игра, и команда «Воронежа» нам ничем не уступила. Поэтому достаточно качественный спарринг получился. Можно ли сказать, что во втором тайме играли по счету, или такой установки не было? Нет, ни в коем случае не было никакой установки играть по счету. Если вы могли видеть, у нас, наоборот, во втором тайме больше было опасных моментов. Вот, поэтому и цели-то не стоит на этом турнире обязательно выиграть. Там нет вот такого, так скажем, достигнуть какого-то результата. Хороший, качественный турнир, хорошие соперники. Главная цель – дать ребятам всем игровую практику.